Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Радченко Александра Геннадьевна. Я учитель английского языка школы номер 145 города Красноярска. Какой предмет вы преподаете? Ну, как я уже сказала, иностранный язык, английский в частности. А знаете какие-нибудь еще языки? Да, я изучала немецкий. Но если вы меня попросите сейчас поговорить на немецком, я думаю, кроме «Ихайся, Александра», я больше вам ничего не скажу. Расскажите, пожалуйста, когда и как вы решили стать учителем? Это случилось на четвертом курсе. Ну, начну, наверное, с того, что я принадлежу к династии учителей. У меня и бабушка была учителем, и папа, но я никогда не хотела быть учителем. Я изучала иностранные языки для того, чтобы поехать за границу. Ну, чтобы быть успешной там, реализоваться. Но на четвертом курсе мы шли на практику. И вот я пришла в 32-ю школу нашего города Красноярска. И достался мне очень шумный класс, но при этом очень дружный и очень активный. Как сейчас помню, этот 7-й класс. И вот в этих детей я влюбилась, и я поняла, что быть учителем – это мое. То есть не только преподавать на уроке, я им пыталась преподнести свой предмет очень ярко, очень красиво. Придумывала какие-то идеи каждый раз. Но это, конечно, была еще вне классная деятельность. Мы организовывали мероприятия на школу, ну и в том числе ходили даже убираться на субботники. Ну так что вот с того момента, наверное. Расскажите, пожалуйста, считаете ли вы профессию педагога сложной или она для вас простая? Мне кажется, это одна из самых сложных профессий. Если вы обратитесь к философам, да, Древней Греции, Древнего Рима, вы узнаете, да, об этом больше, конечно, что педагог – это тот, кто сопровождает ребенка. Изначально, да, это был тот, кто сопровождает ребенка до школы, но потом это все выросло в человека, который действительно сопровождает его по жизни. То есть к нам приходят малышки, можно сказать, форма, красивая ваза, которую нам нужно наполнить знаниями, умениями, навыками. Не только их обучить своему предмету, но и воспитать из них гармоничных личностей, чтобы они вышли со школы и умели ориентироваться в этой жизни свободно, чтобы быть успешными. Расскажите, пожалуйста, что лично вам дал этот конкурс? Это лично для меня много дал и дает до сих пор этот конкурс. Пришла я сюда с мыслями самосовершенствования, самореализации, да, такой немножко амбициозный момент. Но сейчас я, пообщавшись с учителями, с другими, со своими коллегами, так как я все-таки молодой специалист еще пока, я узнаю все больше и больше нового. Мне это дает огромный опыт. Я так думаю, что многие вещи, которые я вот вижу здесь, я буду использовать у себя в работе. А с какими трудностями вы уже столкнулись по ходу конкурса? Конечно же, это, можно сказать, материально-технические трудности, да, к сожалению, тут периодически пропадает интернет, что мне необходимо для показа моего личного опыта, да, своих наработок. Так, в принципе, все хорошо, меня очень радует прием этой школы, все очень дружелюбны и поддерживают друг друга. Расскажите, пожалуйста, каким должен быть современный учитель, по вашему мнению? Вопрос сложный, но, думаю, интересный. Современный учитель, наверное, как и современный выпускник школы, потому что учитель – это все-таки образец для подражания, должен быть человеком, который не боится трудностей, который умеет с ними справляться, который ставит перед собой цели, какие-то, может быть, желания и реализует их. Ну, конечно же, это яркий человек, который привлекает к себе внимание деток, да, учеников, и на которые они стремятся равняться, потому что, сами знаете, ребята проводят в школе очень много времени, и учитель – это как вторая мама, да, или папа в каких-то случаях, и поэтому для них это образец для подражания. Нужно быть достойным образцом. Спасибо вам огромное за интервью и удачи в конкурсе. Спасибо вам.